нации, знамя победы, вон оттуда, знамя вооруженных сил правой стороны Российской Федерации. На гора! Ух! Лево! Да, не знаю, что это.
Владивостокского гарнизона по знаменованию 68-й годовщины Победы Великой Отечественной войны построили командующий парадом генерал-майор Пушкин. На видео. Здравствуйте, товарищи!
кто-то за него до этого шагал, другой. Дорогие ветераны, победители, товарищи матросы, солдаты, старшины, сержанты, личные прапорщики, товарищи офицеры, адмиралы, генералы, уважаемые приморцы, жители и гости города Удёрского. Сегодня наш господа торжественно отмечает 68-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Для нас, друзья, этот праздник наполнен особым смыслом. В этот день мы славим беспримерный подвиг нашего народа, его вооруженных сил, разгромивших гитлеровских захватчиков, освободивших Европу от фашизма. Четыре долгих года билась небывалая в истории по своим масштабам и ожесточению битва с немецко-фашистскими захватчиками. Почти каждую семью опалила война, и никогда в наших сердцах не утихнет боль кражи. В наших душах навсегда сохранится память о бессмертных подвигах советского солдата и грузовика. В этот день мы также отдаем дань уважения государству, антигитлеровской коалиции и их вкладу в разгром нацизма. Сегодня военные моряки Америки и Франции стоят с нами в одном парадном строю. В летописи истории Великой Отечественной войны достойного лета внесли войны для него тоже.